Привет. Сегодня хочу поделиться своими ощущениями, как прошел второй мой день, в который я одеваюсь согласно астрологии. Среда, день Меркурия. Согласно этому дню, согласно астрологии, у меня зависает очень сильно камера. Ну, не суть. Надеюсь, на видео будет все нормально. Сегодня, согласно астрологии, нужно надевать зеленый цвет, и тем самым можно привлечь в свою жизнь богатство, рассудительность и всяческое благополучие материальное. Так, что сегодня на мне надето? У меня зеленые сережки, зеленое кольцо с зеленым камнем, зеленый достаточно такой строгий пиджак. Плюс у меня, сейчас покажу, надеты зеленые колготки. Так, видно вам, я не знаю. Да, зеленые колготки. Все, что у меня зеленого цвета сегодня на мне. Но что-то хочу сказать. Может, так сложились обстоятельства, может, просто я себя так настроила, не знаю. Но, несмотря ни на что, я почувствовала сегодня, что да, я более рассудительна и как будто мыслю. То есть была, я по своему обыкновению могла бы вспылить, но нет, я сегодня продумала, чем могут обернуться эти последствия, и по возможности постаралась свои эмоции как-то более конструктивными сделать и рассудительными. Собственно, поэтому могу сказать, что сегодняшний день с экспериментом в цвете одежды удался. Конечно, в материальном плане я себе ничего не заимела, ну, кроме того, что я пришла на работу, отработала день, и, естественно, в конце месяца я получу за это деньги. Ну, то есть все как бы шло своим чередом. Но с точки зрения эмоциональности и рассудительности, да, зеленый цвет сработал. Так что в этом плане рекомендую тоже вам попробовать и поносить зеленый цвет по средам. И, кстати, еще один момент. Если вы хотите привлечь в свой дом богатство, достаток, то астрологи и также мастера, занимающиеся учением васту, рекомендуют в северную часть дома поместить аксессуары или какие-то элементы зеленого цвета, тем самым привлекая к себе домой вот эту энергию денег. Поэтому я рекомендую вам попробовать и все получится у вас с привлечением денег. С точки зрения стиля могу сказать, что зеленый цвет, он очень хорош в бизнесе, потому что показывает вас как человека открытого к общению, очень такого рассудительного, правильного, которому можно и стоит доверять. То есть, если, например, у вас не очень строгий офис, и вам позволительно ходить в пиджаке не только синего цвета, то вы вполне можете выбрать, как и я, пиджак зеленого цвета и тем самым играть на психологии людей и добиваться своих целей в бизнесе, в жизни через вот цветовую эмоциональную такую схему. Ну что, я буду ждать следующего дня, то бишь завтра. Завтра следующий день четверг. Завтра другой цвет. Расскажу об этом после.